контрактики берем, баблишка, я думаю, тут. А что у нас тут получается? Защита? Ага. Тогда просто на баблишка. Бля, пауки какие-то нахуй быстрые стали, блядь. Ну, короче, это поставил там этот поднос к стенке, короче, сегодня вечером этот, готовил жрать. Сегодня уже беру его, он уже весь в паутине, блядь, короче, уже чувствуется рукой, типа нитки такие в руке, короче. Ты, кого бы взять? Они это между стулом там и этой тумбочкой натягивают уже свои эти сети, блядь. У меня не было там 4 часа на кухне. Защита вечер, может, что хочешь, блядь, почему пизды. Да, если до пизды, то я возьму Пикачу. Кого же я выбираю? Давай я вот возьму нового зафиченного Dragon Flame с двумя большими лазерами. Ну и тогда поехали. Такой же, как твой, только смотри какой он. Пониже, короче, поменьше. И у него, кстати, 81 км в час. Ну, у тебя оружие больше. Еще два средних, два пулемета. Да-да-да. Вообще, на самом деле, Рафилман очень хороший робот. Я пришел к тому выводу, что на его-то ноже, типа, более робот с большей огневой мощью нет, короче. Тому, если будет еще Рафилман, можно, кстати, это... взять его, типа, второго. Потому что я на нем, типа, ботов гонял, у меня три Рафилмана. Возьмем, почему бы нет? Может какой-нибудь уникальный купить. Блять, что за база? Где выход-то нахуй, чтобы не разрушить ничего, блять. Он сзади заходит, блять. Ну, походу только чиспалов их не. Пойти прошелся, его поломал. Кстати, хорошо, да. О, вертуха лежит. Ебать, она высоко. Блять, у меня не дотягивается лазер на нее. Давай, выйди на боевую зону. На нахуй! Минус вертуха. Где этот робот? А сзади робот. Ах ты мелкий. Всегда давай ничего. Мелочь здесь, да? Мелочь умеет пойдет. Пусть стреляет. Меня? Че не у меня? Там у тебя кто-то был. А, вот это наш. Критическая ситуация. Его обоссали. Это цикада разорвалась, что пиздец. Распидорасил. Надо нам повышать уровень локации, мне кажется. А мы сейчас туда летим, на большие. Ну вот есть потенциал. Вот это пока перелетная зона, так скажем. Ебать, мы бедим, блядь. Просто наступаем по всем направлениям. Сейчас чувак отбьет просто. Нехуй делать. Танки, пехота, огонь, артиллерия. А прикинь, до конца доживем. Ебать, кстати, если котаться на это. О, вертухи летят сзади. Да. Это глаза. Ты так видишь, что. New target, Phoenix. Vital spotted. A warehouse has been destroyed. Сука. Габа на вертушке. Они, блядь, конечно, мощные. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Вот пич летит. Там с горки какой-то хуй шел. Погоди. Сзади. Он с оттуда. О, вижу возле тебя. Или тут под землей что-то, блядь? Под землей? А, каньон? Под землей. Каньон валится. А что, думаешь, что под землей не проваливается? Вот он, сука. А, блядь, это ебаный Феникс Хавк, бежим! Эти роботы, они до конца спаунятся в лейте, блядь. Бесят пиздец, живущий, блядь.
И 45 тонн они, блядь, просто нахуй душат, блядь. Ему ноги надо забивать, он будет бегать, блядь. Блядь, чувак, хитрю. Работаем по ногам. Вы ебать его сиканули. Нахренники брила, блядь. Так, там сзади еще бежал. Ебать, 4 тяжелых вертушки летит справа. И джаггермех впереди. Ебать, их смешно колбасить. Блядь, ненавижу джаггермеха, сейчас начнут хуйня, блядь. А! Сбил! Работаю по джаггермеху. Вот руки, может быть, тяжело, они маленькие, но хп у них мало. Что-то 16 брони все. Руки ему бей. Йо. Минус рука. Вторая тоже отвалилась, по-моему, почти. Не-нет, еще держится. Бля, сейчас его пизда ему будет. Теперь точно отвалилась. Он без оружия. Два лазера осталось. Все, ничего не осталось. Отца самба! Сейчас рванет, смотри. Лох. Плазменные движки. Это желтый. Так, слева, ох, ебать, слева наступают. Наступают по всем направлениям. Это кто такой, блядь, вообще не понял. Танки пехота, как, огонь артиллерии. Как, какой-то пес в каньоне опять свалился, прячется. Вообще хуёв. Блядь, что срать охота, блядь, что такое? Что началось-то, блядь, только что сходил, блядь. Передак бомбит. Да. Так, вижу их танки тут. Сикада бегает, хуй бегает. Да заебали нахуй, разъебу за всю ебу. По пантерчике. Ох, хорошо пантере зашло в грудину. Сейчас бы еще пару раз. Все, пизда пантеры. Катапультировался, пизда. А, сзади он где-то тусуется. Цикада или что? Да, цикада. Ебать, он далеко где-то. Ну, а там где-то бегает по каньону. Заблудился где-то чувак такой. Его заставляют воевать, он такой, нет, я не хочу, не поеду воевать. Смерть не хочет. И, конечно, я тоже отказался. Чего умирать, типа? Одному на четверых прыгать, блядь, тоже тупо. Лучше попартизанить где-нибудь. Ебать, там этот партизан опять ебаный, сука. С ними 4 АПшками нахуй. Блядь, сука, а умри им раньше лучше, блядь! Я в каньон спускаюсь. Я его взорвал нахуй. Ему понадобилось, блядь, 4 залпа с больших лазеров, еще, блядь, раз 5 нахуй с РБД-4 добавить. Это против кого? Против танка большого? Нет. Партизан, который 4, у которого 4 АП 5 и 2 пулемета. Застрял, реально, блядь. Я ненавижу больше всего такую хуйню, блядь. Там иди ищи его нахуй, блядь. Ну я выдвинулся, сейчас может найду его. Еще бы он застрял, сука, текстурит, вообще пиздец. Еще и срать ничего, блядь. Это все не так нахуй, все не здесь. Теперь ты обратно будешь идти, пиздец, мне кажется. Что-то подъема не видно, я даже спрятал. О, вот у нас цикада это стоит. Вот это, постреляю в стену. Бежит. И голову почти убил, выбил. А, это торс у него такой, что ли? Все, цикада сдохла. Все, теперь надо на выход идти. Это последний, да? Нету выхода на защиту. А, на все. Защиту, да. Ну и нормас тогда. Хуля сиски, блядь-то. Собственно. Да я толчок, короче, что-то надоет. Наконец-то. Пока ты набирай следующую миссию, запускай, выставляй. Сразу можешь не меха выставить, на котором не пойдешь. Я пришел с ним кнопочку. Отлично.
пока поставим их. Так, ну и полетели. Полетели, полетели аж вот сюда. Долгий перелет.